Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Дорогой Ильяс, спасибо огромное. Слушаем трек. Мое имя известно, Илья повсеместно. Без причин бояться, меня тянет смеяться. Очень страшный тип и стереотип. Ну, ребятки, что могу сказать? Король и Шут — это легенда, ребят, нашего российского рока, ребят. Шикарная группа, шикарный вот исполнитель, друзья, да? Действительно шикарный исполнитель. Текст очень интересный, ребятки. Музыка такая ритмичная, классная. Мне все нравится, ребятки. И текст нравится, и все нравится. Обожаю эту группу, ребят. Я не человек. Безусловно, вы правы. Я опаснее волка. На меня нет управы. У меня есть успока. Без сомнения вас. Мой заметит глаз. Я матерый старый волк. Я в охоте знаю долг. И с ружьем наперевес. Он выходит на охоту, да, берет ружье. Ну, это, наверное, про охотника скорее. Да, это охотник. Он себя, ребятки, называет, да, волком. Он себя, он, это охотник, он называет, но он себя сказал, волком. У него ружье наперевес. Да, то есть, да, это охотник, да, человек. Да, и он идет охотиться на человека, ребят. На человека. Понимаете? Значит, потому что для него человек равно зверь. Да, я это говорю, да, что вот он считает, что люди как звери. Но у него опыт звери в этом большой, люди, раз он матерый такой, да, волк. У них и мысли одинаковые. Все равно человек и зверь – это почти одно и то же, ребятки. Единственное, что человек умеет немножко, как сказать… Ну, вторая сигнальная система, разговаривать. Сочувствовать, что ли, я не знаю. Ну, волк, но зверь, я думаю, тоже умеет сочувствовать. Ну, они сочувствуют, наверное, своим только вот, да, своим детенышам, да. А человек, он сочувствует и зверю, и человеку. Ребятки, он себя сравнивает с волком. Не простой волк, а матерый волк, который все может сделать, то, что он хочет. Может укусить за бочок, за любое место. Потому что он непредсказуем. Видите, как он одет, да? Какие глаза. Смотрите, ребят. Это волк. Волк, ребятки. Мой свой лес, для меня в зубове. Зверю равен человек. Храбрых людей давно не сыщешь. Ни одного должно быть. Понятно вам, что вору любому дам. За мою голову дать готовы многие монет. Я счастлив не запринять во имя новых побед. Я матерый старый волк, я в охоте знаю толк. И с ружьем наперевес выхожу в родной свой лес. Для меня в лесу боец, зверю равен человек. Ну что, ребятки, вот он, человек, сравнивает себя со зверем, да? С волком. Человек как волк. Ну, правильно. Разные люди есть, ребятки. Но он себя в этом треке сравнит с волком. Что он очень жестокий. Он может разные дела делать. То, что он хочет. Понимаете, ребятки? Голос, конечно, ребят, очень шикарный. Шикарный у этого исполнителя. У Горшка, да, ребят? Ну, шикарный артист, конечно. Жалко, что он ушел, да, ребят? Очень жалко. И группа распалась. Группы нет. Потому что без него не получилось бы, не получается без него. Без действительного, без настоящего, да, солиста. Это же солист он. Он был классным исполнителем, да. Треки все красивые. Это вообще трек тоже интересный. И музыка какая, гитара, как она играла. Шикарно, ребятки. Мне очень понравилось.
Знаете, с наслаждением слушала. Это моя любимая группа, ребятки. Очень я эту группу люблю, ребятки. С удовольствием послушала этот трек. С удовольствием. Спасибо большое заказчику. Спасибо за такой классный трек, ребятки. Ну, что скажу, ребят. Все хорошо было. Классно, интересно было слушать. Как сказка, как обычно. Конечно, он не любил горшок, когда говорили сказка. Он говорил, это былина. Ну, пусть будет былина. Ну, классная. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.